Привет, мои любимые! Сейчас я вам буду обзор делать на вафельный стаканчик шоколадный. Вафельный стаканчик шоколадный я купил за 14 рублей. Я купил 15 порций. 5 порций брату, 5 порций маме и 5 порций себе. Сейчас мы попробуем этот вафельный стаканчик. Вот так вот я его культурненько открываю. А, его надо благословить, точно, я забыл благословить вафельный стаканчик. Сейчас благословим его. Блять, чтоб он не были столько. Ом Твамэ Сакшат, Шри Анапурна Сакшат, Шри Адишакти Матаджи, Шри Надиви Намонага. Хорошо. Ну-ка. Вафельный стаканчик вообще клёво. На. Клёво вообще. Кто это делает вафельный стаканчик? Хабаровский край. Хабаровский, короче, делает вафельный стаканчик. И он стоит 14 рублей. Напишите, сколько у вас такое мороженое стоит. Вообще изумительно. Вкус такой. Ну, раньше вкуснее было мороженое, но сейчас тоже нормально. Вообще вкусный. Кстати, мне там на обзоре написали, скушай, короче, мороженое. Ну, нафиг. На мороженое, чтобы простыть. Да, все. Ладненького. Я всех обожаю, люблю. Всем пока.